Это Омск здесь. Двигаемся дальше. На этой неделе в стране отметили День защитника Отечества. Мы заглянули в дембельский альбом известных хомячей. Оказывается, что до госслужбы многие из них прошли испытания службы армейской. Кто-то даже обманул врачей военкомата. Нет, не чтобы не служить, а наоборот, чтобы попасть в желанный род войск. Армейские байки депутатов и чиновников выслушал Дмитрий Коканос. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Заместитель председателя законодательного собрания Омской области Александр Артемов, как и его руководитель Владимир Варнавский, был призван в ракетные войска стратегического назначения. Я помню свой первый кросс, хотя вроде бы и лыжами занимался, и легкой атлетикой. Вот дался очень тяжело. Я до сих пор помню, когда нас завели обратно в казарму, я заскочил там к поильнику. Вот я выпил 52 пригоршни воды, чего никогда со мной в жизни после этого не было. То есть обезвоживание было такое, и, видимо, от всей души выкладывался, так что вот эти 2,52 пригоршни воды мне запомнятся надолго. Министр природных ресурсов Александр Винокуров в армии сделал неплохую для срочника карьеру. Дослужился до сержанта, был оставлен в учебке, где обучал новобранцев основам военной связи. В армии ребятам буквально через 1-2 недели не хватало продуктов питания, особенно сладкого, поэтому за сладким все всегда гонялись, и первые свои зарплаты все тратили. У нас это называлось чайник, у кого-то назывался чипок. Все бежали, покупали булочки, сгущенки, если что-то было сладкое. Игорь Антропенко. Срочную армейскую службу проходил в мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского. Чтобы попасть именно в это подразделение, пришлось пойти на небольшую хитрость. Была незадача. В средней школе уже было испорчено зрение, близорукость. Чтобы попасть в элитную часть, нужно было иметь 100% зрение. Проблема в 1988 году решилась очень просто. Приобрел стеклянные контактные линзы и повторно прошел медицинскую комиссию, которая зафиксировала как раз отсутствие проблем со зрением. Первый заместитель мэра Сергей Фролов службу прошел в составе ограниченного контингента в Республике Афганистан. Одно из самых ярких воспоминаний – встреча с лидером афганской оппозиции. И вот там я обратил внимание, что все старейшины, которые разговаривают с командиром полка, по каким-то вопросам оборачиваются и спрашивают разрешения достаточно молодого человека, который, наверное, по возрасту буквально на 2-3 года старше был меня, Панширский Лев, который вполне мог стать и президентом Афганистана, значит, который был однозначно по авторитету выше Кардая и всех остальных, но судьба распорядилась так, что он был, значит, убит. Вадим Бережной продолжил военную династию, поступил в высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе. Географию страны знал не по учебникам, а по переездам после очередного назначения отца. Когда мы ехали в 81 году на Дальний Восток, было тяжелейшее наводнение тогда в Забайкалье на Дальнем Востоке. И ехали мы почти 10 суток, размывало пути, под откос шли электровозы, паровозы. Взрослые мы ехали, собирали в лесу грибы, добывали на станциях оставшееся пропитание. В тамбурах сушились пеленки детей. Вот. И это была тоже такая фронтовая переброска. А по краям, когда выглядываешь в окно, до горизонта была вода порой, и только из воды торчали сопки и сосны. Вот это такие воспоминания, скажем так, которые, наверное, никогда не изгладятся. Сергей Плисов 23 года прослужил в органах государственной безопасности. Участник контртеррористической операции в Чечне. В составе особой группы участвовал в поимке полевого командира. Получили сигнал. Сигнал – это село Комсомольское Урус-Мартановского района. Произвели там проверку паспортного режима и всего остального. И напоролись на засаду. На очень мощную огневую. Бой продолжался в течение 11 дней. Потеряли 3 человек спецназа УФСИН по Санкт-Петербургу, но, конечно, светлая им память. 2 из них представлены герою России посмертно.